Единственный ленинградский театр, проработавший всю блокаду, театр мускомедии, к 1 мая готов. Завтра и послезавтра здесь премьера оперетты Исаака Дунаевского «Женихи», которая, впрочем, ни к военной теме, ни к празднику мира и труда отношения не имеет. Бытовую историю из времен НЭПа про хозяйку трактира, которая выбирает себе нового мужа, режиссер Юрий Лаптев, вопреки своему обыкновению, не стал облекать в пышные ризы историзма, но и к современности приближать не стал, хотя параллели видит. У нас были ООО, да, огромное количество малого бизнеса, о котором мы сейчас очень много говорим. Вот здесь как раз весь акт посвящен проблемам малого бизнеса. У нас есть замечательный и очаровательный отец-диакон, который тоже далек от той духовности, о которой он все время говорит. Разве это не говорит или не дает нам возможность в наших сводках новостей узнать те происшествия на Мазерати и прочих, которые совершаются? Мазерати или не Мазерати, но фривольные танцы и неоднозначный юмор. Вот что легло в основу режиссерского решения. Герои карикатурные, песни зажигательные. Ценителям невыносимо легкого жанра может и понравиться. Всем остальным, внимание, станет неловко к середине первого акта.